Мы поехали дальше вдоль озера. Нашли Бордборг-кафе. А сейчас посмотрим другой ресторанчик, потому что мы хотели выпить кофе. Ах, люблю я эту декоративную капусту. Что это у нас? Бич-клаб. Но эти закрыты, тут не до кофе, как говорится. Но покажем. Это место называется The Beaches, пляжи. Тут тьма тьмущая, но там озеро Онтарио. Я думаю, вы представите это. Давайте сходим на террасу. Может быть, они открыты. Странно. Так все освещено. Наверху, наверное, живут владельцы. Но вот так там внутри. Кофе мы не выпили. Сейчас посмотрим. Подстережем, что у нас тут на террасе. Пустая терраса. А, посмотрите, какой ресторан тут. Раньше это было Афины. Называлось, и был прекрасный греческий ресторан. Ну вот, 8 вечера в Торонто. И ничего, ничего. Тьма тьмущая. Чао-чао, мои прекрасные друзья. Обнимаю вас темной любовью.